Для всех желающих были открыты двери в субботу в Большой зал городского дворца культуры УНЕР. Там отделом спорта и физической культуры акимата города был организован коллективный просмотр финального матча казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Австралии 2023. Посмотреть финал в основном пришли спортсмены, любители спорта, тренеры детско-юношеской спортивных школ, студенты и школьники. Следил за игрой вместе со всеми яким города Аян Бисекин. Зал бурно поддерживал соотечественницу. Сообщили насчет этого события нам наш куратор Динара Кайрулаевна. Пришли поболеть, коллективно хотели просто посмотреть, отдохнуть. Такие мероприятия, конечно, обязаны проводить. Это интересно, побуждает людей приходить, заниматься спортом. Я решил посмотреть, кто это и как в теннис играет вообще. Я ходил на хоккей, сейчас хожу в школе на волейбол. Получается, смотрим со своей командой по волейболу, там пришли игроки у нас. Младший класс пришли, и вот, смотрим все вместе, интересно. Соперницей первой ракетки Казахстана выступила белорусская теннисистка Арина Соболенко. Первый сет остался за Еленой 6-4. Во второй партии сильнее оказалась Соболенко 6-3. Также в пользу спортсменки из Белоруссии завершилась решающая партия 6-4. Отметим, что представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала 10-й.